Что с тобой? Ничего. Как это ничего? Кто тебя обидел? Никто. Так чего ж ты плачешь? Давай пойдем. Уже поздно, парк закрывается. Я не могу. Почему? Я часовой. Какой часовой? Да что, ты не понимаешь? Мы играем. Да с кем ты играешь? Не знаю, какие-то большие ребята пришли и сказали: будешь с нами играть в войну? Я согласился. Они мне сказали: ты сержант. Еще один большой мальчик сказал: вот здесь наш главный пост. И привел меня к этой статуе. И сказал: сиди здесь и дай честное слово, что никуда не уйдешь. И я дал честное слово. Ну и что? Ну и вот, я стою, а они не идут. А давно они тебя сюда поставили? Утром еще. Думаю, они уже ушли. Так чего ж ты стоишь? Я же дал честное слово. Ты, наверное, есть хочешь? Хочу. Вот что, давай ты сходи поужинай, а я пока за тебя постою. Нельзя, ты же не военный. Правильно, нужен военный. Ты подожди минуточку, я скоро. Товарищ военный! В чем дело? Тут в парке около памятника стоит мальчик. Он дал честное слово, что не уйдет. Он очень маленький, он плачет. Так, ну а чем я могу помочь? Посмотри, я привел военного. Товарищ караульный, какое вы звание носите? Я сержант. Товарищ сержант, приказываю оставить веренный вам пост. А какое у вас звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек на погонах. Я майор. Есть! Оставить пост, товарищ майор! Молодец, товарищ сержант. Из тебя выйдет хороший воин. Thank you.